Всем привет! С вами канал «Китай стал ближе», и сегодня у нас на распаковке замечательная посылочка. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием, регистрируйтесь в сервисе Letyshop, устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. Пока супруга наряжает елку, я решил отвлечься на распаковку посылки. Скоро Новый год, елку рядить тоже уже пора, так что давайте снимем, расскажем и пойду помогать. Значит, посылочка шла 28 дней. Сподвигло меня заказать эти штуки реклама, то есть увидел я гелевые стельки, Шоль, и решил попробовать. Но посмотрел на ихнюю цену и увидел на AliExpress такие же практически, но с огромной разницей. Если Шоль стоит 1000 рублей с небольшим, то эти стоят 2 доллара, то есть получается 130 рублей. Посылка дошла довольно-таки быстро, за 28 дней, запаковано вроде все аккуратно, оценено в 2 доллара, весит 70 граммов. Давайте откроем и посмотрим, что же пришли за стельки. Заодно и этот пакет порезал сразу. Вот такие вот стелечки. Такие вот классные стельки. С этой стороны приклеена... В общем, вот здесь вот можно вырезать под разные размеры. То есть можно вырезать под определенный размер ноги. Здесь наклеены мягкие вот такие вот подложечки. И на пятки пористый силикончик. Материал довольно-таки здесь жесткий по краям. Есть поры для того, чтобы дышала нога. Я думаю, довольно-таки хорошие получатся стелечки. Надо будет их опробовать. В принципе, стоит недорого. Интересно только, как они будут себя вести. Конечно, я понимаю, что это не Шоль. Но все-таки попробовать стоит. Что же из них получится? Вот такая вот коротенькая распаковка сегодня была. А на этом все. Оставайтесь с каналом. Скоро будут еще распаковочки. А я побежал рядить елку.